Надо нам вернуться от речки. Свернули. Идем по Косогору. Зашли в болото. Ну ладно, мы знаем, что речка справа. Косогор слева. Свернем. Дима отстал. Ну, где-то нагоняет. День сегодня классный, солнечный. Утром морозно. Днем вообще супер. Без фуфаек. Дятел где-то долбает. Вот. Вот он маленький. Видите? Ах, как он только... А нет, это не дятел. Это синичка, но она почему-то белая. В глухой тайге. Все, улетел. Ладно. Нам на солнышко. Думал, медведь. Но это просто пень. Не, похож. Думал, наблюдает. И вот здесь вот такая скала. Она вся почему-то в отверстиях. Как будто ее тут из пушки расстреляли. Ну, какой-то зверь, скорее всего. Вот. Скала, покрытая мхом. Ну, такая вот здесь порода. Ладно. Мышки живут тут. Ну, вот уже прошли где-то метров 50. Вся она вот так изрыта. Какой-то зверек живет. Ну и сразу вот на гриб напоролись. Опенок. Подмерзли они. Лед на них. Солнышко заходит. Вот такие опятки растут. Но у нас своя гряда. Поэтому эти брать не будем. Там ближе к балагану заберем. Вот они. Красавчики. Ну вот еще одна граница. Граница льда и воды. Вот так вот. Все замерзает. Замерзает таежные речки. Вот вышли на болото. Вот здесь вот такой мох. Вот кто-то шел здесь. Прям четкий след. Вот топтался. Ну, скорее всего, это сахата. Клюкву не вижу. Нам в тайгу. Ну вот почему-то следу идем. Прям вот четко. Вот Лешка. Вот Лешка. Вот здесь Лешка. Ну, пойдем вот по этому следу. Да, скорее всего, сахатый. Все, заходим опять в траву. Ладно. Все, миновали вот это болото. Да-да. Решили мы свернуть. Что? Ну я вижу, да, что попилено. А что так варварски-то все? Сейчас не знаем. Вот так вот по коврам. Там вот поле, пытаемся на поле выйти. Фух, тяжело идти. Болото преодолели. Здесь вот еще вот такие ручьи. Вот идем в неизвестность. Но присутствие людей есть. Попилены. Почему они так пилили? Ну не забрали. Блин, какой мох, а? А, какой мягенький там. Мягенький. О, да, завораживает вот это поле. Ну, вот это, конечно, ветром повалило. Там вон. Ладно, сейчас выйдем к полю.
покажем, что там. Ну вот по такой вот красоте идем. Блин. Вот здесь грибов, наверное, море, да? Смотри, какая полянка красивая. Коврами называю. Ну и вон поле. Фух. Птица поет. Ёшкин кот. Вот так здесь. Да. Так, все, выключаю камеру. Надо оглядеться, потому что... Я думаю, что да, вышли мы на это поле. Вот, аномально. Здесь или ключи бьют. Мы сейчас на сопке. Так. Здесь вот такой ручей. Может, ключ бьет. Откуда вот она начинается-то? Блин, не провалиться. Вот, мох какой мягкий. Просто прелесть. Да, вот здесь избу ставить, самото. А? Вот собаки. Палку бери. Фу.